Так, а где же Уна? Мы же говорили снимать сегодня куклу Барби. Ку-ку! О. Я тут! Сегодня мы будем, конечно, открывать куклу Барби. Вот, и ее даже на лет приготовили. Давайте первое начнем с самой куклой Барби. Она такая высокая, и зато ее нам спряталась мама. А сейчас мы начнем распаковать. Ну, я что-то вижу. Я вижу новичока. Должен он первым подписаться и поставить палец вверх. Подписаешь? Молодец. А сейчас, наконец-то, откроем эту коробку. Вылезает, достаю. Смотрите, я сейчас ее вижу. Драконим мы сейчас эту коробку и посмотрим Барбику. Вы теперь меня видите? Так, будем вот так. Ой, упал на ляд. Ничего страшного. Ой, надо больше на другую сторону, то случайно на ляд бросим. Это что, часа открывать что-то? Минус костей. Мы поломали куклы в садице. Это шутка. Голубое. Фух, сколько тяжело. Как смешно. Нас сразу бисо. Вот задник такой. У нас есть полиса. Вот такая у нас кукла. Ну, мы сейчас попробую я открывать ее. Если у меня не... Ой, вот моя мама наконец-то освободила куклу. Она машет вам. Привет, привет. Я хочу первое показать этот задник. Смотрите, какой он миленький. Здесь Барби с лошадью, Барби, которая сменит другую Барби. Барби с собакой и Барби Рок. Как миленько. Сейчас этот задник оставим и не будем показывать задник. Не покажем саму куклу. Она вот так стояла, она тогда взломалась все время. Но мы ее наконец-то в нормальную позу поставим. Вот так. И вы заметили на фоне. У всех одинаковые. И одежда, только другие цветочки и другие мальчики. Видите? Это немножко другая одежда. И вот на моя куколка. Она такая миленькая. Видите? Вот. У нее подвижна голова. Она, конечно, наверх смотрит сейчас, но мы сейчас нормально. Она была одна такая в магазине. Хорошо, у нее ровные глаза. Видите, какая красотка. Видите? И сейчас мы посмотрим ее голою. Мы должны посмотреть ее. Вот, сразу видим ее. Надо посмотреть. Надо ляд, немножко надо сам аккуратненько снимать. Главное не порвать, главное не порвать. Ух, не порвали. Это не отдельная маечка, она плесета. Вот такая маечка у нас. И вот эти штаны. Какие вот цветочки, они мне нравятся. Ну, сейчас будем распаковать. Ее другой наляд. Зато она уже будет. Ну, смотрите, у нее все подвижно. Голова можно на бок, вот так, наверх, вниз. Крутится к своей оси. Как видите. У нее руки сюда подвижны. Где сейчас это? Она зомби, Барби, зомби. Ну, конечно, она не зомби, а сейчас будем распаковать наконец ее наряд. Опять раздохроневая коробку. Ой, там мне не получилось. Извиняюсь, коробочка. Ее порвала. Здесь такое-то тоже надо искривать. Вать, я сказала. Куски коробки-то. Дайте нам наконец-то наляд. Барби-то не будет сдать. Так долго не может она сдать. Она-то будет тихоня. Вот такой наляд у нас. Это здесь все пустенько. Кисточка. Хочу достать кисточку. И соль наляд пела. Ой, здесь лизинки. Ну, спасибо, намазница. Я сейчас полезу.
и здесь лизинки, лизинки маленькие. Сейчас другая лизинка. Такой у нас наряд. Здесь имитация как мальчика и фартук, это все в одном. Здесь такие имитации, кисточки разные вообще. Видите? Ну, сейчас посмотрим, как выглядит на кукле Барби. Кукла Барби, ты затесаешься? Кстати, у нигде нет туфель. А все время босса. Не в йоге, конечно, в йоге ты не... А здесь она тоже без туфель. Ножки вот так. Ой, это немножко тяжело ее одеть будет. Руки вверх. Вот так. Открываем опять немножко. Вырезали это ноги. Ай, как. И как. Как миленько выглядит она уже. Этот пальчик. Ай, да все, пальчики затесаю я. Вот так. Между ударами делаю, кажется. Одели. И сейчас другой. Ой, это немножко сложненько. Как это так тонко сделано? Немножко сложно одевать тогда же. Ой, какая она уже. Стала художником. Смотрите, видите, про меня, это, видите, какая она красивая, кстати, я взгляну, ой, какая. Видите, какая красивая, но сейчас уже надо достать ее для рисования. Она здесь много всего белого мешала, ладно, цвета, я уже вижу, но сейчас, вообще, это палитра наша. Эти резинки лучше отрежу, то они сто часа открывать не буду. Это резинки, вот так. Это, конечно, можно кукле на пальчик вот подцепить. Нет, вот этот. Вот так. Смотрите, она держит палитру. Здесь светло-розовый, черно-розовый, желтый, зеленый, голубой, серый, черный. И она сюда смешивала белый цвет. Такая миленькая она осталась этим. Настоящий художник. Но сейчас уже пора кисточку открепить. Да, открепить кисточку. Так, отрезаем опять это. О, асана. Сейчас на пальчик. Смотрите, какая она. Милаха. Сейчас она так. Вот так. И в это рука. Ой, палитра упала. Сейчас намещу. Вот. Вот такая красоточка. И всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И пока-пока.